Здравствуйте, с вами канал «Вкусный огород Барнаул». Июль приближается к середине, стоит жаркая погода, и сейчас хочу сказать несколько слов о календуле. Наверное, каждый садовод знает это растение. Я тоже, конечно, выращивал. У меня даже была целая клумба, на которой календула росла самосевом несколько лет. Но в этом сезоне мне случайно попала календула другого сорта. Это скорее декоративное растение, красивый цветок, календула богиня солнца. В основном я предпочитаю цветы многолетники, но эту календулу мне подарили друзья по интернету. И, конечно, я постарался ее вырастить. Календула была посеяна на рассаду в середине апреля, хотя можно, конечно, выращивать ее и прямым посевом в грунт. Была высажена в середине мая, и вот в начале июля начала активно цвести. Но посмотрите, как красиво смотрится эта календула. Всем известная календула, но бывает и такой красавицы. Действительно, богиня, богиня солнца. Никаких сложностей при выращивании этой календулы не было. Была высажена, принялась очень хорошо, и вот активно цветет. Вот такие очень красивые цветы. Очень много бутонов. Цвести, я думаю, будет она довольно долго. Из ухода только поливы, собственно, и все. Она уже полностью заполнила пространство, и сорняков там уже нету. Так что поливаю ее периодически, и календула цветет и радует всех вот такими вот красивыми, яркими цветами. Кто любит цветы однолетники, я думаю, вполне может взять этот сорт календулы на заметку. Неприхотливая, цветет активно, смотрится очень красиво, то есть вполне может украсить цветник. Вот такая вот мне попала интересная календула. Действительно очень красивый цветок. Не перестаю удивляться разнообразию разных цветов. Природа – великий мастер. Вот такие вот замечательные цветочки. В конце пожелаю всем огородникам тоже не забывать про цветы. Это очень интересно и украшает участок. Желаю всем хороших урожаев, всего самого доброго. До свидания.